Тренировки по эвакуации людей и спасению материальных ценностей в администрации проводятся два раза в год. Основная цель – до автоматизма отработать правила поведения при пожаре. Точно такие же учения периодически проходят в школах. Вводная сегодняшних учений такова. В одном из кабинетов на четвертом этаже здания начался пожар. Из окна повалили клубы дыма, сработала сигнализация. А значит, всем срочно нужно эвакуироваться и сотрудникам, и посетителям. Очередная тренировка проводилась сегодня. Все сотрудники администрации эвакуировались своевременно за 2 минуты 59 секунд. Оперативно к месту происшествия прибыли пожарные. Им не только предстояло потушить пламя, но и спасти условно пострадавшего мужчину. Его эвакуировали с окна четвертого этажа и передали бригаде скорой помощи. К учениям привлекались еще взаимодействующие наши службы. Это противопожарная служба, служба 03, скорая помощь и муниципальное учреждение службы спасения МОК-Отлас. Вывод оперативных служб таков. Все запланированные этапы тренировки выполнены быстро, четко и в полном объеме. Сотрудники и посетители администрации в условном пожаре не пострадали.